здохнуть і дві 72-ки російські заходили з Білорусі, судячи по колам, боєприпаси і танчик набитий боєприпасами, весь боєприпасами. Тут він у нас розорваний. Це 72-ка, виходить, російська. Экипаж так сматывался, что осталось здесь боеприпасы. Вон видно, что боеприпасы остались. Там и осколки. Угу. Снаряд, заряд. Снаряд, заряд. Пушка, как у нашей 6-4, 2А46М. Соответственно, тут у наводчика, это в 72-ке поменялся. У них получается сам прицел поменяли они. Поставили радиостанцию. Тут кто-то уже снял. Может, они сами сняли. Вот тут место осталось. Вот если посмотрите, серое место. Новая радиостанция 168У. Вот здесь получается. Вот видите, где серенькая, вот видите? Mm-hmm. Да. Где АЗРы? АЗРы он получается, а внизу радиостанция. Кто-то уже снял. Может, они сами сняли. Вот это место, тут у них стоял, получается, ночник для НСВТ. Вот видите место, вот это вот, серенькое тоже. Сами это сняли. Тоже новое. Пульты на Витне. То есть я думаю, что это танк где-то 14-го, может, года. Почему? Потому что новый танк. Значит, тут что еще получается по этому танку? Ну, в принципе, танк конченый. У нас лучше танки. Поэтому, что еще можно сказать? Ну, сматывались, все поставляли. Экипаж 3 человека, ничего не поменялось у нас, как у них, как у нас. Вот уже много они разграбили, так сматывали, что все поломали. Поломали, сделали так, чтобы танк был неисправный. А чем наши так его бахнули? То, получается, бахнули. Был бой. Знаю, что позывной Соболь выходил и территориальная оборона. И получает танк, один танк против двух танков и плюс группа пехоты. Тут, наверное, тот танк 100% был, наверное, Джавелин. А этот танк, я думаю, что это танк в танк попал, короче. И попал, получается, в гусеницу правую, если вы увидите. Попал в гусеницу и, соответственно, танк ушел сюда в сторону. Они не знают, что делать, начали убегать. А новых 72-ек у них много? Новых 72-ек не буду обманывать, не люблю обманывать. Я думаю, что у них уже их мало. Ты много вижу танков без активной защиты. Тут активная защита встроена, вы посмотрели. Это почему я сказал, что это новее танк по сравнению с другими. Еще. У них защита идет как у нас, накручена, а тут уже встроена в броню. Как на Булате, как на... вот у них на Т-90 конченый танк. Ну, у нас 80-ки тоже встроены. А тут, получается, тоже на этом встроено. То есть следующий танк, который сгорел, там сгорел он с экипажем вместе. Ну, как-то так. Понятно. Собаки, собачья смерть.